Всем привет, с вами Бэкс, это канал Апартюб, и, короче, третий Mortal Treasure Case. Не знаю, как его назвать, короче, он его выпустили, был бы, выпустили его. Вот, и что можно сказать по этому поводу? Ничего, сейчас 3 часа ночи, я заметил это только потому, что психанул и вышел из КСки. Но это не важно, первый слот, первая имморталка, это у нас вечная сварка, двойные клинки, что-то новенькое. Потом какая-то хрень на спирита, дополнительные руки для Бэйна, колесо какой-то смерти от Огра, от Разера, рукоятка, только сейчас увидел, плечики на Медузу, 50 уровней, это круто. Ну, золотые, да, это все ясно. И вау, Лина, очень довольно-таки тоже круто. Что вам сказать, что я вам могу сказать? Я это еще ничего не тестил. Просто зашел, просто включил, просто сказал начать. Фух, будем надеяться на самое... Блин, вот 50%, кстати, на самом деле это... О, ну все, остальное дерьмище. Давайте на Б. Медуза. Так, что хочу вам сказать. Первое, это... Мне еще что-то хотят дать. А, карты принять. Короче, принять все. И для курьера. Ну, на самом деле, вот я вот сейчас пролистал быстренько вот этот вот... Такие третий Mortal, и ничего вообще особенного я там не увидел. Но сейчас, как всегда, нарезочка из вообще всех вещей, которые там есть, и я расскажу подробненько, как они, что они и вообще нужны ли они. Погнали. Так, ну и Сваркуси, как я уже говорил, подъехал у нас с двумя клиночками, которые меняют анимацию, ну как неожиданно, прыжка. И он... Нет, ну вы серьезно? И все? Ну, подождите. Дайте-ка. На всякий случай. Вызовем вражеского героя. А, ну, анимация еще и... Кражи способностей. Даркпак не изменен. Ну, и тучка тоже не изменена. Ну, так все, на самом деле. Другие мне нравились больше. Так, ладно, нужно быстро прям обозревать. Поэтому следующий перс. Каолин. Earth Spirit. Ну, чё, давайте пробовать, смотреть. Бочка. Я так понял, это всё, да? Ну да, других анимаций ты не придумаешь. Ну, среднячок на самом деле. Но это первое... вещица, которая изменяет какую-то анимацию на Каолине, поэтому нормасик. Дальше. Ну вот, наверное, вещь, которую мне бы реально хотелось бы получить. Так. Я не видел этой анимации, но мне реально... Блин, это очень круто. Вот, кстати, я думал, все же говно будет. А нет, не такое и... Говнище. Блин, очень круто на самом деле. Я хочу полностью посмотреть. Ну, конечно, исчезновение этого духа какое-то странное, но в принципе выглядит все довольно-таки престижно. Продаваемо. Так, ладно. Нормасик тоже. Следующий. Так, Огрмах. Его смертоносное колесо, которое меняет ульту. Блин, тут, наверное, нужно максимальный уровень ставить и смотреть просто. О, ну-ка, подождите, вражеские герои. Так, еще разочек. Ну. Не, конечно, прикольно. Дико странно, на самом деле. А, то есть там сверху показывается? Что-то не могу понять. 4. А, блин, нет, круто. Вот это прям зачетненько.
Прям вот топчик вместе с Бэйном идет. Мне даже интересно стало, что там дальше. Давайте-ка посмотрим. Какой-то неимоверный посох на Разора, который изменяет только первый скилл. Еще разочек. Анимацию атаки. Ну, анимацию атаки. Присоска. Присоска. Говорю, ну, анимация атаки и первый. Ох. Бомжеват, конечно. Но тоже сойдет. Хотя третий Mortal Treasure, мне казалось, будет намного круче. Он, наверное, такой понтовый только из-за 50 уровней, который очень редко вам выпадет. Ладно, давайте дальше. Как ни странно, мы уже дошли к тому говнецу, которое мне выпало. То самое говнище. Ну, кстати... Кстати говоря, не такое уж это и говнище. То есть, я думал, будет хуже. Ну, конечно. Круто. Ничего не скажешь. Знаки не меняются. Анимация не меняется. Анимация тоже не меняется. Ну, блин, на самом деле... За такой щит, ну, круто, ничего не скажешь. Единственный минус, то, что я за нее не играю. Да. Ну, не страшно. Так, что у нас там по списку, по-моему, золотые клинки и Лина. Лина больше всего мне интересна. Поэтому золотые клинки. Текс. Максимум уровня. Да. Так, это мы вырежем. А, вот так бы сразу. Вот это круто. Это очень круто. Ничего не меняется. Изменения нет. Очень круто. Вот золотые крутые. Простые не очень, на самом деле. Так, ну и Лина. Самое интересное. Давайте же смотреть. Там было подчеркнуто невероятно редкое. Ну, а как еще? И на торговой площадке еще их нет, поэтому ладно. Я уже вижу там изменения ульты. Она очень круто будет сочетаться с арканой. Я прям на это надеюсь. Но момент истины. То самое чувство, когда Immortal Treasure 2 намного круче. С невероятно редкими предметами. Ну-ка, посмотрим. Не знаю, блин, мне простая анимация почему-то даже больше нравится. Ну вот не знаю почему. Ладно, сойдет. Но инвокер круче. На мой взгляд, инвокер круче. Так, пожалуй, это все, что было в этом сундуке. Делал на скорую руку, так интереснее, потому что вот только сейчас он и вышел. Короче, общее мнение по этому суперскому сундуку у меня одно. Среднячок. Особенно если он падает там чуть ли не 100, не через 100 уровней. А, да, вон он, следующий, 167. Ну что, чтобы еще один такой получить. Но это, наверное, и будет очень дорогие вещи. Так, давайте проголосуем. О, кстати, голосование. Голосование у нас. Ио вышел. Сларк, Джиггернаут и Пудж. Я отдам, наверное, свое предпочтение. Даже не знаю, кому, потому что... Ну, первое, у Пуджа есть уже анимация. У Джаги тоже есть анимация. Вообще не понимаю смысла это. Сларка хочу видеть. Даже на тройной клик, чтобы быстрее было. Ну и, блин, за Сларков топлю, наверное. Ну и дань уважения отдам Пуджу. Просто как дань уважения. Проголосовать. Вот мой выбор. Ну, в принципе, на этом все. Скоро будет видео с открыванием Дедом Колесо Релай. Сегодня поднатужусь, наверное. Сегодня же выйдет видео с Релай. Выиграю там пару каточек. Да. Ну, в принципе, на этом все. Больше было информативного, чем просто открывание кейсов, господи, сундуков. Ну, 3 часа ночи, ребят. Ну, бывает и такое. Короче, подписка, лайк, там, комменты. Вообще, что хотите. Покеда.